Здравствуйте, меня зовут Варвана Тарисова. Есть ли кастрюля в обедку? Обратите внимание на то, что я скажу вам дальше, потому что от этого у вас волосы стают дыбом. Ну, клиентка говорит нам, что давайте посмотрим, что мы можем сделать, потому что ее подруга из Барселоны приехала пересечь мост всех святых, чтобы подарить цветы ее родителям. Para pasar el puente de todos los santos, para poner flores a sus padres, y resulta que... И оказывается, что он обнаруживает, что ему нужно ехать в гостиницу, потому что принадлежащая ему квартира, принадлежавшая его родителям, которые теперь принадлежат ему, и магазин занят. Están ocupados. Да, обратите внимание, потому что именно от этого у вас волосы стают дыбом. Квартиру занял сосед и сдал их в аренду. Вы добросовестно сдали их в аренду третьим лицам, в кавычках. Так, обратите внимание. В первую очередь арендаторы. Арендаторы, попросите сделать простую отметку в реестре недвижимости, чтобы узнать, является ли лицо, указанное в договоре, зарегистрированным владельцем или имеет ли дело доверенности зарегистрированного владельца. O interviene con un poder de un titular registral. Esto es clave, porque si no... Это ключевой момент, потому что в противном случае они вас обманывают, и вы можете занимать дом незаконно. Ilegalmente. Очень важно. Muy importante, y además nosotros... И еще мы эту услугу, которую мы предлагаем, проверяем договоры. И одна из задач – проверить право собственности, легитимность и согласие зарегистрированных владельцев. El consentimiento que es correcto de los titulares registrales. Es muy sencillo. Это очень просто. Запросите простую заметку в реестре недвижимости на странице регистраторов ДТО. Это для арендаторов и для владельцев. Y para los propietarios no nos cansamos de decir... Мы не устаем говорить в наших рекомендациях. Не размещайте в объявлениях адреса и фасады. И будьте проницательны и осмотрительны, ничего не говоря о том, как обстоят дела в доме. De no decir nada de cómo está la vivienda. Не если она меблирована, не если там есть электричество, не если вы собираетесь в отпуск, не если вы уезжаете и т.д. Хотя в данном случае на самом деле действовал хитрый, злой, коварный сосед, который использовал, манипулировал и лгал, чтобы получить доступ к этим домам, а затем выдавал себя за владельца и сдавал их в аренду. Я ментидо para conseguir acceder a esas viviendas para después hacerse pasar por propietario y alquilarlas. Así que pidamos santas... Так попрошу же святой хитрости и у арендаторов, и у хозяев, чтобы эти хитрые люди не обманули нас злом. Astutos con maldad no nos engañen. Hasta próximos vídeos, si Dios... По следующих видео даст Бог. Buena tarde. Орландо Терезилья, добрый день и счастливых длинных выходных всех святых. Есть хорошие соседи и есть плохие соседи. Привет. Un saludo.